Всем привет, меня зовут Виктор, это Анденцембр, декабрь, и иногда я в него или в нее играю. Вот. Ну и как у любого новичка, есть разные вопросы, как что крафтить, как зарабатывать деньги, где больше взять опыта. И вот одним способом, как быстро прокачать алхимию, я вам сейчас расскажу, я с вами поделюсь. Возможно, вы его знаете, возможно, им пользуетесь. Если не знаете, то можете пользоваться. Наверное, когда вы бегали по карте, встречали вот этих вот чудиков с мешками, там, короли, там, как они там, пороро, или как они там называются, я даже не запоминал, как они называются. Вот. И у них выпадает вот такой вот ресурс. Куча золотых слитков, там слиточки вот эти вот выпадают, да. Их можно спокойно продать, заработать на этом денег, причем очень хорошо заработать, да. А можно же взять, подойти к алхимическому станочку и просто их конвертировать. Все, что там у тебя вот эти вот самородки есть, это конвертировать. За каждый вот этот вот один слиточек, получается, дается 1200 опыта. То есть я могу 10 конвертировать, сразу получается 12000 алхимии. Да, это будет стоить немного золота, там 3000. Ну, в принципе, мы с них и так уже натаскали, да. То есть, ничего страшного нету. Единственный минус вот этого способа в том, что каждая конвертация примерно 10 минут идет, если там нету никаких у вас ускорений, да. И этим лучше заниматься, когда ты уже заканчиваешь играть. Нажимаем просто изготовление, и 12000 опыта к нам залетели на счет. Вот таким вот, вот так вот, в принципе, я очень быстро себе и качаю алхимию. Потому что я не играю по 24 часа на 7, то есть всего лишь несколько часов могу играть. Но когда нахожу эти слиточки, обязательно их конвертирую. Если вы этого не делали, надеюсь, этого начнете делать. Ну а если делали, молодцы, и, в принципе, можете в комментариях поделиться своими способами фарма опыта алхимии или фарма опыта там кузнечного. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.